День. На связи психолог Евгения Порошина. Сегодня будет презентация электронных книг. Я извиняюсь, возможно, немножко соседи ремонт затеяли. Надеюсь, все нормально будет. Итак, готовы 4 книги в электронном формате. Будет готова 5-я книга из курса «Профессия психолог-коуча». Включаю слайды. Так, первая книга называется «Фундаментальные навыки и инструменты профессионального психолога-коуча». Внизу написано, какие лекции, то есть коротко, о чем эта книга. Мы все общаемся не только словами, но и на других уровнях, на уровне эмоций, ощущений, смыслов и так далее. И профессиональный психолог может видеть глубже. И за счет этого мы даем клиенту профессиональные устойчивые изменения. Что такое перенос, контрперенос, навык профессионального психолога, что такое проективная идентификация, что такое сепарация и так далее. То есть базовые фундаментальные лекции в этой книге прям из курса. Книга одна стоит 186 рублей, кажется, то есть доступна, но надо самостоятельно, добросовестно изучать эти книги. Сейчас они доступны на площадках, где можно их купить с помощью международной карты. То есть если вы за границей сегодня живете, вам будет легко купить. Как купить из России, пока не знаю. Пока сама не могу купить эти книги. Но думаю, надо как-то решить этот вопрос. Может быть, международную карту сделать. Плюс попозже обещали, книги будут на Алитрес, и там можно и купить тем, кто в России живет, если коротко. Дальше, вторая книга. Я рекомендую по порядку изучать книги. Вторая книга «Наш внутренний космос» или «Структура психики» по Юнгу. Что такое эго, комплексы, энергия, коллективное бессознательное, архетипы, как подпадать в синхронию, в поток. То есть очень интересные лекции из курса «Профессия психолог-коуч». Изучайте. Плюс, кто будет читать книги, будут вопросы, пишите на почту. Пишите вопрос по книге. Изучая книги, у меня такой-то вопрос. Вы мне пишите, я буду отвечать публично на видео в Ютубе. То есть я открыта. Так, следующая публикация, третья книга «Анализ сновидений и как психолог работает с историями, сценариями». Тоже очень крутая книга из курса «Профессия психолог-коуч». Так, следующий объект. Четвертая книга про душевные раны, как возникают и лечатся эмоциональные травмы. Тема заряженная, и вот соседи ремонт затеяли. Душевные травмы, раны возникают в отношениях и лечатся в отношениях. То есть изучите, очень классная книга. Другой объект. И кто хочет для себя более глубже погрузиться в эту тему, у кого есть возможность и желание именно на практике изучить эти навыки, натренировать, приглашаю на онлайн-курсы «Профессия психолог-коуч». Курс идет 10 недель и старт 18-й группы 1 марта. Кто присоединится в этом месяце в группу, у вас будут бонусы, плюс 5 месяцев в подарок сопровождения в супервизорской группе. Итого вы пойдете на 7,5 месяцев на курс. То есть кому интересно, актуально, жду вас. Но рекомендую, конечно, начать с книг. И кому нужна будет практика, приходите. Курс сейчас стоит 200 тысяч рублей. Понимаю, что, возможно, не всем доступно, поэтому и появились книги в электронном формате.
В следующем году будет 2 запуска, поэтому планируйте свое расписание, кто рассматривает для себя. Вот. Что еще хотела сказать? Будут вопросы, размышления, комментарии, пишите, пожалуйста, в социальных сетях. Подробно прочитаю, отвечу. Хочу поделиться радостью. Получила удостоверение о повышении квалификации. Я в социальных сетях делилась. Вот. Закончила годовое обучение, курс повышения квалификации в институте ИМАТОН по комплексной телесной психотерапии. Сейчас буду готовить новые мастер-классы по холистическому массажу, как работать с психикой через тело. Будут крутые мастер-классы, улучшаю курс постоянно, каждый год. В общем, поделилась радостью. И занимались 3 недели с 10 до 6. Насыщенная сессия, насыщенный год. Благодарна институту ИМАТОН. В общем, рада, что закончила обучение. Включаю презентацию про эту книгу, про книги. Пока 4 готовы, будет 5-я. И хочу поблагодарить преподавателей. Именно глубинную психологию, по которым написаны книги, я изучала в частных образовательных школах у психолога Кристины Кудрявцевой и психолога Светланы Морозовой. Очень благодарна. Ну и благодаря им в том числе эти книги появились. Вот. Когда я получила диплом психолога, начала работать, я поняла, что мне не хватает знаний, более сконцентрированных, не хватает практики. Я 2 года училась в школе Кристины Кудрявцевой, плюс еще 2 года училась в школе Светланы Морозовой. То есть добирала и делюсь с вами. Книги крутые, уникальные, вы такого не найдете. Они прям из курса «Профессия психолог-коуч». Хочется, чтобы профессиональные, качественные знания были доступны сразу всем. Ну а дальше, если есть возможность с практикой пройти этот курс, пожалуйста, приходите, жду вас. И еще какие планы? На днях сделаю объявление в Ютубе. Посмотрела у психолога Потёмкина, ну, подсмотрела идею про групповые разборы. Презентую, когда будут групповые разборы, стоимость будет символическая, от 500 рублей. И в закрытом формате, в скайп-чате буду проводить групповые разборы, кто хочет поучаствовать. То есть тоже буду рада вас видеть и буду улучшать курсы, готовить интересные мастер-классы. Поучаствовать можно лично в мастер-классах, задавать вопросы, будут подробные слайды-шпаргалки. Добросовестно будем работать. Эти мастер-классы будут в курсе школы «Профессия психолог-коуч». Но кто захочет поучаствовать в этих мастер-классах, можно будет поучаствовать. Заранее презентую тему, дни, когда будут эти мастер-классы. И стоимость будет комфортная, также 500 рублей. Я думала давать в бесплатном формате. Но все-таки как? Ну, должен быть как-то сохранен баланс, отдавать, брать, чтобы... Ну, равноценный был обмен, поэтому решила все-таки, ну, хотя бы за символическую плату приглашать подписчиков, кому это интересно. Ну, не, а если не интересно, то не интересно. Будут групповые разборы, возможно, кому-то будет интересно поучаствовать в групповых разборах конфиденциально в группе. Ну, заранее все это презентую, формат, стоимость, и буду рада видеть всех подписчиков. Также повторяю, вопросы по книге, кто будет покупать книги, будет добросовестно их изучать, и у вас будут вопросы, пишите, пожалуйста, в социальных сетях, либо на почту, но делайте пометку, пожалуйста, вопрос по книге. Ну, тогда я, ну, внимательно прочитаю и запишу YouTube-видео лично вам, персонально, через видео в YouTube отвечу на ваши вопросы. Вот. Конечно, понимаю, что есть психотерапия гонораром, когда мы платим тренеру в спортзале,
как, или за изучение английского языка условно. То есть мы будем добросовестно это изучать. Ну, конечно, есть такой риск, но я уверена, тот, кто хочет, ну, для себя получить классные знания по психологии, уверена, вы сможете самостоятельно почитать, изучить эти книги. Я рекомендую час в день выделять на изучение книги. И дальше то, что вы прочитали, постарайтесь это применить в жизни, в работе. Может быть, не обязательно вы психолог, но эти знания вы сможете применять в жизни. То есть час в день почитали, попробовали применить. На второй день, час в день прочитали, попробовали применить. То есть слона едим по частям. Такой принцип. Что еще? На Литрес я сказала, книги будут попозже. Стоимость сказала, про курс сказала. Про планы рассказала, мастер-классы, групповые разборы, все смогут поучаствовать. А что еще? Ну, еще поделюсь радостью, сейчас стала на вокал ходить. Вот сегодня в 8 вечера пойду на 6-е занятие. Очень нравится, тоже всем рекомендую. Это тоже работа с блоками. То есть, когда мы поем, идет работа с блоками, можно сказать, плечи, вот здесь работа с блоками и работа через звук. То есть, всем рекомендую. И напоминаю, есть такое понятие, как телесно-ориентированная терапия и телесно-ориентированная психотерапия. В чем разница? Предположим, вы сходили к массажисту на 10 сеансов. Очень классный метод, блоки в теле ушли, эмоциональное состояние стало лучше, и в принципе эффекта на год хватает. Но потом эти блоки опять возвращаются, если их не убирать в психике. А телесно-ориентированная психотерапия, когда мы работаем одновременно и через тело, и через психику, тогда эти блоки не возвращаются. Вот в чем отличие. Ну, чтобы вы для себя понимали. И на сегодняшний день, как я понимаю, телесно-ориентированная психотерапия рулит. То есть, если мы как психологи, коучи хотим клиентам давать быстрые, качественные, глубокие трансформации, мы обязаны уметь работать и через тело, через ощущения. Как есть такая фраза «опыт не пропьешь». Мы можем долго что-то говорить словами, но через ощущения, через тело человек получает опыт. А опыт не пропьешь условно. То есть мы так еще обходим рационализацию, интеллектуализацию, то есть психические защиты на уровне интеллекта через тело, то есть работаем глубже и быстрее. Вот. Про пение сказала, там дают задания, например, задания такие делать, потом задания, ну много заданий классных, они прям из телесно-ориентированной психотерапии. Вот. Что еще? На плавание хожу, кроль я научилась, продолжаю этой техникой плавать, сейчас еще изучаю технику брас, тоже интересно. Интеллект как включается, то есть новые упражнения одновременно, синхронно надо делать, то есть интересно, тоже всем рекомендую раз в полгода делать что-то новое, осуществлять свою мечту, это про психическое здоровье, то есть вы хотите научиться петь, идите, там следующие полгода вы хотите научиться плавать, идите, то есть что-то надо делать новое, осуществлять свои, ну, мечты, желания, цели. И еще для себя размышляла, что сейчас идет культура посещения психолога. Например, мы идем к зубному, а можем отдать 100 тысяч. Или за ремонт автомобиля кто-то, ну, смотря какой у нас, например, автомобиль, спокойно и 100 тысяч, и 200 заплатим. Но за работу со своими психическими, эмоциональными блоками мы не всегда готовы платить деньги. Но, конечно, тоже есть последствия. То есть
Или, условно, человек готов построить дом за 25 миллионов, готов вложить такую сумму в дом. Или там купить машину за 2 миллиона, но не готов 100 тысяч оплатить психологу за системную работу. Ну вот такой парадокс иногда может быть, хотя экономим на своем психическом, эмоциональном здоровье. Но чем более мы психически здоровы, тем мы более счастливы, больше проживем. То есть, ну, поразмышляйте над этой темой. Важно обращаться к профессиональному психологу, кому вы доверяете, и выходить на лучшие результаты, не экономить на своем психологическом здоровье. Я основное сказала. Если нет ваших вопросов, тогда пораньше закончим. Рада была всех видеть. Заранее презентую, когда начнутся групповые разборы. Кто захочет поучаствовать, увидимся с вами в скайпе на разборах. Рада буду лично с вами познакомиться и поработать. Кто рассматривает для себя курсы, есть какие-то вопросы, возражения, пишите, я на связи. И презентую, когда будут мастер-классы и как можно будет в них лично поучаствовать. Вот. Желаю познакомиться с электронными книгами. У кого есть отклик, будете читать, изучать книги добросовестно, и у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Лично для вас персонально буду отвечать через видео в YouTube. Не стесняйтесь, смело задавайте вопросы. И желаю изучать эти книги. В книг вложено много труда. Каждую лекцию, каждые 15 страниц я по 8 часов писала, готовила. Вы это получаете, ну, в сжатом виде, ну, за символическую стоимость, хотя я много труда, сил, энергии вложила в это. И причем денег тоже, ну, желаю рассматривать это как мешок с золотом. Прошу через эти книги не переступать, а их изучать добросовестно и улучшать свою жизнь. Марина, добрый день. Уже заканчиваю, но будут вопросы, задавайте. Сегодня презентовала электронные книги. Кому актуально, на YouTube есть ссылка, ВКонтакте есть ссылка на книги, 4 электронных книги. Кому интересно, изучайте, задавайте вопросы. И желаю качественно улучшать свою жизнь. Желаю реализовывать свои цели, задачи. Вот. Все, тогда всем хорошего дня. Запись эфира будет. И заранее презентую, когда будут групповые разборы, мастер-классы. Можно будет в них поучаствовать. Все, тогда всем хорошего дня и до новых встреч.